Верховный суд оставил в силе приговор бывшему в Рио мэру Махачкалы Абусупьяну Гасанову. Напомню, его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Таким образом, судебная коллегия оставила в силе приговор, вынесенный Советским районным судом Махачкалы. Он был обвинен в превышении полномочий и оштрафован. Прокуратура просила апелляционную инстанцию приговорить бывшего чиновника к реальному сроку. Но Верховный суд отклонил апелляцию, учитывая, что ранее Гасанов не был судим, вину признал полностью, активно способствовал раскрытию преступления, а также добровольно возместил ущерб государству в размере более 34 миллионов рублей.